Sonic Boom. Логово заблокировано. 3 года я разрабатывал план и трудился без устали день и ночь, чтобы докопаться до истинной сути зла. И, наконец, мне это удалось. С новым бизнесом по продаже билетов онлайн. Ты слишком далеко зашел, яйцеголовый. Мы купили билеты на Куала-Палузу, а у тебя грабительские сборы. О чем это ты? Мой сервис берет лишь скромный процент за обработку. А сбор за удобство? Возможность распечатать билеты дома? Можете заказать доставку или забрать их на месте. Тогда нужно платить за доставку. И никакого удобства. Я только что добавил новый сбор за противное лицо. Роботы, взять их! Нужно просто выключить. Получилось! Аварийная блокировка активирована. Разблокировка через 48 часов. 48? Не так страшно. Можно переждать. Что так долго? Я должен выбраться! Это силовое поле не пробить! Да, и сквозь него не пройти! Требуется устный пароль. Какой пароль? Мы заперты в подвале! Меня кто-нибудь слышит? Силовое поле глушит всю связь. До разблокировки мы ничего не можем сделать. Но кое-что можем прибрать. В подвале беспорядок. Отлично! Заперта в логове чокнутого злодея, а моя единственная компания — бездушный робот. Разве бездушный робот сделал бы это? Прочь от меня со своими фокусами! Может, поговорим? Как твоя семья? Думаешь, я выдам свою личную информацию для твоей базы? Ладно. Может, поиграем в игры? Я вижу своим зорким глазом. Зорким глазом? Так вот она правда. Лучше просто посижу в углу и оставлю тебя в покое. Не могу поверить. Помогите! Выпустите меня! Теперь мы кричим и крушим! Вот к чему все пришло. Пленник в собственном логове. И что хуже всего, я застрял с этим тупоголовым нудлзом. Чувствую себя глупо. Не волнуйся, я все время делаю глупости. Эй, мы близнецы! Просто не верится. Эти бочки с токсичными отходами грязные. По моим данным, в этих бочках радиоактивный мутоний. Мы в порядке, пока они находятся в прохладе. Но на всякий случай, может, перейдем в другой конец комнаты? Доступ запрещен. Мы можем угадать пароль, что мы еще не пробовали. Не знаю, может, любимая музыка Эггмана? Это легко. Дабстеп, полька-кор. Доступ запрещен. Любимый цвет? Чистый. Это не... Доступ запрещен. Может, мы не там ищем, что по-настоящему важно для Эггмана? Ухожу сами, дерзкий судья из телека, не терпящий болтовни. Твое одобрение? Хотел бы моего одобрения, поставил бы крутой пароль. Например, чили-дог. Доступ разрешен. Отлично, яйцеголовый. Теперь снимем блокировку. Нет. Нет. Эники-беники, клец... Кажется, мы что-то сделали. Похоже, сбой освещения. Позволь мне. Ай, немедленно выключи. Я не собираюсь сидеть ослепленная, пока на меня пристально смотрит робот. Я поняла. Хочешь подкрасться ко мне в темноте? Что же, ничего не выйдет. Верни свет обратно. Вентиляционный люк.
Может, это наш путь к свободе? Да. И теперь я не стану платить за удобства. Оглянись, Николс. Все провальные изобретения и проекты моей жизни в этой комнате. Банка из-под томатного соуса, голова моего бота землеройки, яйца динозавра из нашего путешествия в прошлое. А, как можно забыть это приключение? А это что? Это Зиппи, мой первый робот. Сколько воспоминаний. Я тогда так был полон надежд. Знаешь, что я делаю, когда расстроен? Нет, что? Не знаю. Мне всегда хорошо. Еще чуть-чуть. Есть. Если хотим проползти, нужно отключить кондиционер. Я уже иду. Все очень просто. Выключаешь красную кнопку, переставляешь уровень зеленой ручки на 16 и привет. Примитивно, но действенно. Это что, кондиционер выключился? Надеюсь. А то здесь стало немного прохладно. Меня заботит твой комфорт, но больше волнует полдюжины бочек с радиоактивным утонием, которым нужна прохлада, чтобы не взорваться. Не знаю, повернуть нам налево или направо. Ты же сказал, что знаешь логово Эггмана как свои пять пальцев. Будем честными, неужто кто-то действительно знает свои пять пальцев настолько хорошо? Ты в порядке? А то сделаем перерыв. Не хочу, чтобы ты пострадал. Какой глупый робот. Даже не умеет говорить, как я. Вот и нет. Схема Зиппи настолько проста, что он может общаться лишь азбукой Морзе. Минутку. Все ясно. Хоть ты и выглядишь оригинально, я не сказал бы, что мне все ясно. Я не об этом. Азбука Морзе. Можем передавать сообщения в другие комнаты. И слушай, все ясно. Передай гаечный ключ. Вы это слышите? Азбука Морзе. Доктор Эггман, он говорит, что закрыт на складе. Нужно сказать ему о мутонии. О, нет. Так и знал, что что-то забыл во время уборки. 330 галлонов живой радиоактивной слизи. Нужно отключить блокировку, пока тут все не взлетело на воздух. Доктор Эггман дает указания, как перезапустить систему безопасности. Нужно передать их в центр управления на другом конце логова. Слушайте внимательно, вы бестолковые. Эту часть лучше отпустить. Чтобы отключить блокировку, сначала... Что это? Похоже на азбуку Морзе. Катастрофа в подвале логова. Да, и слегка заржавел. Не общался на языке Морзе с тех пор, как поссорился с телеграфной машиной. Детали! Мы стали чужими. Хотели разного. Это о логове. Что-то насчет опасной субстанции, которая вот-вот взорвется. Взорвется? Что это значит? Взорвется? А теперь понятно. Логово вот-вот взорвется. Чтобы отключить блокировку, найдите серый ползунок на панели и опустите его. Наполовину. Ой-ой. Нет. Я сказал наполовину. Честно. Ну, что они меня мучают? Последняя команда C-161G. И двери откроются. Нет. Я сделал все, что ты сказал. Почему не выходит? Может, ты не снял капслок? Конечно, я снял капслок. О, нашел проблему. Совсем не связанную с капслоком. C-161G. Ай, ай, ай!
Да! Ты помог нас спасти, Орби. Из всех робототехнических аномалий ты самый лучший. Пропало. Все, что я создал, разрушено. Не все. Зиппи, спасибо, Наффлс, я твой должник. Проси у меня все, что хочешь. Но ты мог бы вернуть сервисный сбор за билеты на Куалапалузу. Вот что. Как насчет 40% скидки на следующие покупки? Акции не плюсуются. А, да, договорились. Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».